Йоп, что творим, бро? Меня зовут Сергей Онис. И, бро, сразу же бери, подпишись на канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь придет время, и Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. И, бро, на видео, где я рассказал о 5 запрещенных концовках грани, вы набрали 5000 лайков. А я пообещал, что если там наберется 5000 лайков, то я сниму 6-ю запрещенную концовку во всех странах мира. Единственное, что я знаю, что будет очень нелегко, потому что я уже 4-й раз переснимаю это видео. У меня уже было 4 раза одинаковые концовки. И сегодня я попытаюсь получить ту 6-ю, последнюю концовку. Посмотрим, что из этого получится. И еще ходит такой слушок, что эта концовка проходит в реальной жизни. Типа, все будет происходить здесь, в этом доме. Последняя 6-я концовка. Давайте начнем. Для того, чтобы получить эту концовку, нам нужно было подключить VPN. Подключить VPN для того, чтобы выбрать режим ни в какой стране. Типа нас вообще не существует. Мы сейчас играем как будто за призрака. Какой-то неживой, ни в какой стране не живет. Играет в грани. Вот это что-то новое. Вон у нас последний ключ, мы его используем. Открываем дверь. Ребята, здесь тупо темный экран. Он выключился. Похоже, это она. Та 6-я концовка. Похоже, сейчас мы получим то, что мы хотели. Если честно, мне уже немного страшновато от этой концовки. Но он тупо выключился. Никаких других концовок не было. Я думаю, это та концовка, которая нам надо. Слышал какой-то звук. Не то чтобы что-то упало, что-то ходило. Какой-то очень странный звук. Какой-то скрип. Я не знаю, что это. Вот здесь я записывал видео, ноутбук, лампа. И смотрите, ноутбук выключенный. Он включенный в розетку. Но здесь он выключенный. Только лампочка говорит о том, что он подключен и заряжается. Камон. Но он выключился, я проходил грани. Окей, ребята. Окей, Суприм-банда. Во имя всего, мы сейчас идем туда, где был этот странный звук. На тумбочке какая-то записка. Бро, если честно, мне просто нереально уже страшно. Сейчас нужно подойти и посмотреть, что это за записка. Остался последний день. Вот это новость, просто шикарная. Остался последний день. Что может быть еще лучше? Еще какая-то записка. Ищи ключ. В смысле? В смысле искать ключ? Я открытый? Нужно вот сюда ключ найти. Окей, у меня где-то был этот ключ. Он был на вязке со всеми ключами. Обычно это я оставляю у себя в комнате. Так, погодите, в смысле? Это и есть эта концовка? Так, окей, ключ должен быть где-то в тумбочке. А, в этом барахле еще попробую что-то найти. Но здесь ключа явно нет. Здесь тоже. И здесь его нету. В смысле? Бро, ключа нету. Там течет вода. Я ее не включал. Я даже не закатил ванную. Вот это сейчас очень круто.
Ключ. Вязка с ключами. Но какого черта? Почему здесь течет вода? What the fuck? Они намокли. Да. Ключи есть. Окей. Я надеюсь, что вот этот ключ подойдет. Потому что я... Когда я его брал, он подходил. Я надеюсь, это тот ключ, который нам надо. Так, давайте попробуем. У нас получилось. What the fuck? Наконец-то. Конец. Это и была та самая шестая концовка. Все. В доме теперь должно быть все нормально. Это была та самая шестая концовка, которую мы смогли получить с помощью VPN. Я просто в шоке. Я только что испробовал шестую концовку Грани, запрещенную во всем мире. Окей, бро. Это было очень страшно. Я надеюсь, вы разделяете со мной то, что я пережил сейчас. Тот же самый страх. На этом все, Слабо Сергионис. Поставь лайк, тебе это всего-то 2 секунды, а мне очень приятно. Поверь, мне очень приятно, когда ты ставишь лайк. Поэтому давай на этом видео наберем максимальное количество лайков, сколько только сможем. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на самый крутой и самый страшный инстаграм. Я жду тебя там, ссылка в описании. А также обязательно пиши мне в директ, и я с тобой пообщаюсь. Подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду, ведь придет время, и Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А также скидывай это видео своим друзьям, чтобы они подписались на Суприм-банду. А то как-то не круто, ты в такой крутой банде, а они нет. На этом все, бро. Оставайся таким же шикарным. Пока.